Хоккей – это мой любимый вид спорта, которым я занимаюсь и получаю здесь удовольствие после работы. Потому что включается голова от всех насущных проблем. Считаю, что спорт в Амурской области есть. Ребята у нас спортивные, молодежь у нас очень целеустремленная. Единственное, конечно, область у нас очень большая, протяженная, малонаселенная. И, наверное, спортивных объектов, таких крупных, площадок, фоков. И, конечно, наверное, еще со времен Союза не было. И сегодня перед нами большая работа стоит о том, чтобы это сделать. Воспитать молодежь. И вот я пример приведу на хоккей, сегодня создавая инфраструктуру. Вы знаете о том, что на лед с китайской командой выйдет сборная Амурской области. Это Свободный, это Новобуреевск, это Благовещенск. То есть это там, где сегодня уже создана инфраструктура, там есть среди кого выбирать. Женя, загоревший тоже, да? А льду? Ребята, добрый день. Мы пытаемся создать хорошую, добрую традицию, и вы в ней участвуете, это очень важно. Вы будете волноваться 14-го, потому что проиграть нельзя. Надо просто спокойно выйти и выиграть. Но для этого я вам желаю почувствовать себя единой командой Амурской области. Не буду вас отвлекать, хорошей вам тренировки и желаю вам стать командой целым, потому что вам сегодня это будет делать лучше. That's off. Давай. Я начал, скажем так, прирастать к хоккею, когда возглавил компанию «Амурский уголь», потому что Райчихинск – это была столица хоккея в те времена. И первая ледовая арена открытая появилась в Райчихинске. И когда возглавил такой ответственный пост, это был 2009 год, ко мне обратились ребята, которые играли в «Горняке», поддержать хоккей. И я тогда еще губернатор Олег Николаевич Кожемяка пообещал, что мы займем первое место, и «Горняк» взял тогда первое место. Это майка моя с первой игры 2015 года. У меня сейчас новый номер 28, как регион. Не, ну почему тогда был 17? 17 был по одной причине. День рождения у Харламова было, 70-летие хоккея. И популяризируя этого великого игрока, ребята мне подарили майку номер 17. Традиционно река Амур между нашими двумя странами, между Россией и Китаем, нас не разъединяет, а объединяет. Много мероприятий связано, особенно в летний период. Вы знаете, сейчас даже строим мост автомобильный, который объединит нас. И мы, когда в 2015 году встречались со своим коллегой, губернатором Лухао провинции Хайнуньцзянь, мы договорились о том, что проведем совместный матч именно на границе между нашими двумя странами. Потому что два наших лидера, Владимир Владимирович Путин и товарищ Си Цзиньпин, договорились вместе развивать и поддерживать международный хоккей. Вы знаете, сегодня китайская команда уже играет в КХЛ. Ребята, удачи! Берегите друг друга и аккуратнее, хорошо? Играю уже второй раз, как бы, понимаю ответственность, страну защищаю. Постарались, выложились на все. Получается, вот эта игра очень хорошая, потому что я тоже видел, что русская команда очень сильная. У них очень хорошее такое взаимодействие, друг от друга очень хорошо содействуют и даже очень хорошо попадают в ворота. Соперник неплохой, но мы были лучше, сильнее, быстрее.
занимался баскетболом. Я умею играть в баскетбол. Нам вместе с людьми, которые неравнодушны к спорту, многое получается делать сообща. И открытие новых ледовых арен без бюджетных денег, новой площадки класса NBA в политехническом книгу. То есть это все благодаря тем людям, которые сами в спорте, и у них есть сегодня возможности, должностные, разные возможности помогать и популяризировать спорт. А кёрлинг? Кёрлинг? Ну, знаете, даже название какое-то не наше. Зато на Амуре можно быть шайбочки. На Амуре должен быть футбол. Это наша следующая приоритетная задача. Нужен футбол. Я это очень осознаю, понимаю, но, к сожалению, сегодня мы не можем себе этого позволить в рамках нашей ограниченности бюджета. И мы ждем, когда крупные компании, крупные инвестпроекты, которые реализуются на территории Амурской области, позволят в том числе в их инвестиционных программах предусмотреть поддержание, скажем так, уже спорта больших таких достижений.